Наталья Хозяинова сложила полномочия мэра Сыктывкара. Решение принято на внеочередной сессии Совета. Исполняющим обязанности руководителя администрации назначен Владимир Голдин. 3 года мы с нашей командой, можно сказать, буквально отпахали каждый день. Мне не стыдно ни за один день, которая здесь проработала во главе администрации. Поэтому это непростое решение, но я думаю, что с ресурсом правительства нам удастся больше дела сделать на территории Сыктывкара. По словам Владимира Голдина, основной задачей на посту руководителя администрации для него станет преображение облика столицы Коми. У меня 20 дней была возможность поработать с этой командой. Команда очень хорошая, интересная. Естественно, будем присматриваться, будем смотреть, потому что нам двигаться все вместе. Задачи большие, задачи с точки зрения всех тех программных мероприятий, которые я сегодня озвучил на сессии. Могу, конечно, их сейчас повторить, но мы будем работать вместе в рамках правопреемственности. Напомню, ранее глава Коми Владимир Уйба предложил Наталье Хозяиновой работу в региональном Кабмине, где она займется выстраиванием системной работы с муниципалитетами. Конкурс на замещение должности мэра объявят в течение 3 месяцев.